Привет, друзья! Мы продолжаем обжаривать наши лепешки. Я раскатала тесто, сделала из них лепешки. Теперь я их буду обжаривать на сковородочке. Прибавляю огонь. Начинаю обжаривать наши лепешки. Обжаривать с одной стороны. Теперь мы обжариваем с другой стороны. На маленькой сковородке очень удобно обжаривать лепешечки. Добавляем немножко огонь. И продолжаем обжаривать. Теперь мы обжариваем вторую партию лепешек. Вот так кладем на сковородочку. Вот такие аппетитные лепешки у меня получаются. До скорых встреч, друзья!